Здравствуйте. Тогда его надо стены покрасить. Да, да. Вот здесь. В прихожей. Только понимаете, нам бы очень хотелось, чтобы стены были ярко-красного цвета. Вот совсем красные, как телефон. Понимаете? А чёрт, я вас очень понимаю. Значит, прямо сразу можете начать, да? Нет, сейчас не могу. А почему? Так теперь еще 10:00, в 12:00 у меня обед. А там то да сё 6:00. А в 6:00 я должен шабашить. Ладно, завтра приду, управлюсь. На речке, на том бережке, была Марусенька, белые ноги. Была Марусенька, белые ноги. Это грунт. Это не грунт. Это окраска. Оно так и будет. Но она же розовая, а мне красное очень хотелось. Оно есть красное. Это оно от белил, кажется, розовый. А без белил вовсе красные были бы. Так зачем же вы белил положили? А без белил нельзя. От чего? От того и. Не можем без белила. Что вы, присягу, что ли, давали? Без белил не красить. А если тебе не понравится, то тогда и что? Мне понравится. Мне понравится. Сурику тебе надо. Чего? Сурику. Я еще вчера понял. А суриком ты не можешь. Почему я не могу суриком? Потому что тут бокан нужен. Так возьмите бокан. Отдайте ее. Ты что, сколько он стоит, бокан? Так я вам дам денег, да, пожалуйста. Себе. Только купите краску в цвет. Это что, грунт? Почему? Тот самый колер, который хотела. Зачем белил-то намешали? Красили без белила, а? А если не понравится, тогда что? Понравится. И она же коричневая. А я хочу красную, вот как этот телефон, понимаете? Я давно все понял. Сурику тебе надо, вот чего. А сурику ты не можешь. Почему я не могу сурику? Потому. Ты знаешь, сколько он стоит? Вот, возьмите деньги, купите сурик. Тогда вот что. Спасибо. Теперь еще 10:00. 12:00 у меня обед. А там то да сё, где 6:00. А после 6:00 шабашить начинаю. Так что с уриком завтра буду начинать. Воды не будите, свекра не будите, свекр Марусеньку будете броните. Я же говорил, не понравится. Ну а почему же такой цвет? Так отбелил же. Слезайте. Это что, бокан? Ну? А это сурик? Ну? Мешайте. Это зачем? Мешайте. Ну вот. Вот вы видите этот цвет? Вот этим цветом вы и выкрасите мне стены, хорошо? А если не понравится, тогда об чем говорить? Это мои стены. Мои, понятно? Вот так вы будете красить. Отдаете. Куда? Так за белилами же.